Страшные скидки. Когда за окном дождь и слякоть, хочется остаться дома. А если и там настигает осенняя тоска, самое время затеять уборку, в идеале японскую. Это когда выбрасывают все ненужное и освобождают пространство для жизни. С новыми вещами, а лучше с новой для них мебелью. Например, со шкафом. Сейчас некоторые сайты предлагают шкафы по привлекательным сниженным ценам. Самые выгодные предложения в программе путеводителя по онлайн-скидкам «Шоппинг-навигатор». Поехали! Что нужно учесть при выборе шкафа-купе, чтобы не ошибиться с покупкой и приобрести подходящую под ваши потребности модель, которая прослужит долго? Сначала ознакомьтесь с трендами. Мебельное производство не стоит на месте. Современные компании предлагают все новые и новые практичные решения под самые разные потребности. Возможно, вам будет удобен не привычный шкаф-купе, а более расширенная его версия – гардеробная с раздвижными дверями. Или, напротив, вам придется по душе облегченный вариант – система хранения с выдвижными дверцами-перегородками. Рассмотрите разные возможности и конфигурации, прежде чем принять решение. При покупке шкафа учитывайте особенности помещения. Возможно, в комнате имеется ниша, куда отлично впишется система хранения. Или ваше помещение узкое и вытянутое, и можно подкорректировать его геометрию, расположив шкаф вдоль одной из коротких стен. На сайте Armatec трехдверный шкаф-купе сейчас можно приобрести со скидкой в 25% за 41 730 рублей. Размеры 177 на 62, высота 220 сантиметров. Есть выбор цвета. Шкаф может быть выполнен полностью в белом или в черном цвете, а также частично отделан эко-кожей под кайманы черного или белого цвета. Или коричневым, дуб венги и шоколадная лама. На сайте HOV трехдверный шкаф-купе сейчас можно купить за 40 999 рублей. Размеры 210 на 240. Есть выбор цвета. Шкаф может быть белого цвета, венги и ясеня. Доставка в течение 36 дней. На сайте lazurit.com шкаф-купе Corsa 210 сейчас предлагают со скидкой в 50% за 49 455 рублей. Шкаф оснащен доводчиками и ящиком. Ширина 2 метра 10 сантиметров, высота 2 метра 30 сантиметров. На сайте «Ваша комната РФ» шкаф-купе «Эва» сейчас предлагают со скидкой в 15% за 10 990 рублей. Цвет исполнения – венге или молочный дуб. Ширина – 1 метр 350 сантиметров, глубина – 570 сантиметров, высота – 2 метра 10 сантиметров. На сайте «Озон» трехдверный шкаф-купе «Акцент Вера» сейчас продается за 41 090 рублей. Ширина 210, высота 230, глубина 230. Цвет выбеленное дерево и ясень, шимо светлый. В центре зеркальная дверь, по бокам зеркальные вставки. На сайте «Марьина мебель» четырехдверный шкаф-купе сейчас продается за 21 762 рубля. Его прежняя цена – 27 300. Длина 1,80 м, высота 1,90 м, глубина 40 см. Шкаф может быть выполнен в любом цвете. Существует решение для мансардных помещений, позволяющее максимально эффективно задействовать для хранения имеющееся пространство. Шкафы-купе бывают корпусными, их можно разобрать и собрать заново в другом помещении. Встроенными двери и полки монтируются у них к стенам, полу и потолку. И полувстроенными. Роль одной или двух стенок таких шкафов выполняют потолок или стены комнаты. Двери шкафа могут быть раздвижными, то есть перемещаться по направляющим с помощью роликовых механизмов, подвесными, нижние направляющие отсутствуют, дверь перемещается только за счет верхних роликовых механизмов, навесными, система направляющих скрыта в корпусе изделия. До планирования конфигурации и наполнения шкафа-купе стоит прояснить для себя два момента. Первый – каковы ваши потребности, что будет храниться в шкафу? И второе – каковы ваши возможности? Позволяет ли площадь помещения установить глубокий шкаф или нужна мебель меньшей глубины? Уместится ли все желаемое в одну систему хранения или имеет смысл обзавестись несколькими? Это был «Шоппинг-навигатор», ваш гид в сфере онлайн-покупок. Экономьте деньги с нами! Отличные скидки!